Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про культуру в умовах війни. У нас в гостях режисер Євген Вагнер. Євгене Гарячу, я радий вітати вас у нашій студії. Вітаю. Перше питання загальне, чи має місце бути культура в умовах війни? Так, я так розумію, мені розмовляти українською мовою? Ну, дивіться, як вам зручно. Ну, тоді я перейду, в прямому ефірі. Перейду, да, на російський, тому що мені просто удобніше говорити. Вот. Еще раз вопрос. Чемая мисса будет культура. Ну, конечно. Кто сказал, что не надо песен на войне? Рассказал персонаж Титаренко, вообще-то Быкова. Значит, конечно, конечно, культура должна быть. Культура, она всегда, ну, она в любом случае присутствует и проникает вообще-то всю жизнь человека, весь социум. Потому что культура бывает разная. Бывает культура воспитания, культура поведения в обществе, культура речи, культура. Ну, абсолютно просто человек вообще пронизан культурой, по идее, должен быть. Вот. И вот как раз при отсутствии культуры вот, мы получаем иногда очень, скажем так, те персонажи, те персоналии, которые ну, разрушают нашу жизнь, скажем так. То есть культура, безусловно, нужна. З вашої точки зору, от якщо ми говоримо про культуру загалом, знову ж таки, як вона може змінитися по закінченню бойових дій? Сподіваємося, що це вже буде скоро у нас. Сподіваємося. Вот. Ну, если во время любой войны культура тоже, в общем-то, работает на, скажем, на поднятие патриотизма, в общем-то, на поднятие какого-то духа, там, вот, рассказывает о бедах, о горе и так далее, для того, чтобы, в общем-то, человек аккумулировался, чтобы воины аккумулировались, чтобы население, в общем-то, приходило, держало себя в руках, там, не паниковало и так далее. То есть, ну, культура, конечно, безусловно, работает вот, в этом отношении. То после войны, но ну, в любом случае, вот, ну, она должна работать на то, чтобы восстанавливать просто человек, как возвращать его к мирной жизни. Вот, угу. Это естественно. Вот, то есть это все-таки должна быть... Культура, скажем так, в какой-то момент это действительно она является инструментом. Хотя по большому счету изначально. Что такое культура? Ну, скажем, искусство, да? Вот возьмем искусство. Ну, на мой взгляд, опять-таки. Значит, искусство — это самовыражение человека. Вот он видит, и мы видим его глазами мир или слышим его ушами, если это композитор, если это музыка. Вот. Нам интересно заглянуть и посмотреть другими глазами на мир, другими, услышать другие звуки. Вот, значит, ну, как бы это самовыражение, в первую очередь. А с другой стороны, имеет оно, конечно, я не считаю, что это слово очень плохое, пропаганда, там, пропагандистская там, и так далее. Нет, я считаю, это нормально абсолютно. Вот. Тем больше в умовах войны. И тем более, да. Ведь я не помню, кому из военачальников принадлежит фраза, что песня «Вставай, страна огромная» во время Великой Отечественной, песня «Вставай, страна огромная», вот, она стоила нескольких дивизий, да даже больше, вот, по большому счету. Это действительно так. Ну, зараз принято говорить, все-таки Друга світова, ну, війна, 39-45. Скажите, как вам, для мене, пробачте, це велика вітчизна. Так, і, тим не менше, Євгене Гарячу, ваша оцінка українського культурного простору от саме зараз, під час війни? Я не являюсь таким специалистом, чтобы оценивать, скажем так, то, что сейчас. Ну, как громадянина, как и близкий досвід. Ну, меня, честно скажу, меня очень сильно покоробило изначально, в общем-то, скажем, употребление ненормативной лексики. Ну, вот, это, я считаю, что это недопустимо просто. Потому что дети, вырастая, видя это все. Ну, я понимаю, что это накипело, что это в душе, но выносить это на борды, на плакаты нельзя было. Вот, это, на мой взгляд, это большая ошибка. Вот, значит, что касается именно культуры, да, сейчас очень много патриотичных песен. Я сам делал несколько клипов, вот, как раз именно патриотической направленности, то есть там поддержку волонтеров. Вот, да, это работает, да, это есть, это сейчас оживает. Более того, если первые 2-3 недели это действительно было состояние контузии, то есть все заглохло. Просто вот, первые 2-3 недели. Ну, просто никто не мог поверить. Все замкнулось. Вот, то потом начало набирать обороты. Вот, и слава богу, что, в принципе, по большому счету, скажем так, та же, в хорошем смысле слова, там, пропаганда, она работает. Она должна работать. Вот, и, ну,
даже мы сейчас, предположим, работаем над проектом, но это, наверное, мы дальше поговорим. Так, ну, поговоримо ще про ваші роботи. Так, Євген Гарєвич, якщо говорити про Дніпро, от культура Дніпрі під час війни, ваша оцінка, ваше бачення, як це все розвивається, чи на достойному рівні зараз є, от саме після 24 лютого? Кстати, скажу чесно, на мой взгляд, я вообще так смотрю, от Дніпро оказався, ну, практически форпостом. Вот как мы оказались, по сути, перевалочным пунктом, в общем, для беженцев, да, и так далее, который действительно помогает, где люди могут спасаться, как островок. Вот мы островком оказались. Многие приезжают к нам, потом уезжают дальше куда-то, либо на запад, либо кто-то оседает здесь, но мы стали островом. Островом спасения, скажем так, это хорошо. Вот, в том числе и по культуре. На самом деле, если посмотреть, Днепр очень хорошо, вот именно на культурном фронте, начал выступать на этой линии соприкосновения, вот двух миров, да. Вот, Днепр на сегодняшний день нет. Честно скажу, те мероприятия, которые проводятся в метрополитене, предположим, да, вот, или еще где-то, то есть начинает культура оживает. Слава Богу. Так, ну а власне, от ви спілкувалися з біженцями під час зйомок? Ще нічого у нас ще не було, да, я часто буваю в шелтерах, от мені приходиться общатися, в общем-то, з людьми. Ну, скажем так, єдине, чому навчила, наверное, війна. Эта война, по крайней мере, даже и меня, это, честно говоря, молчать. Вот. То есть люди не хотят о своем горе очень много говорить, когда оно уже прошло. Uh-huh. Вот. Ну, это те, с кем я сталкивался. Возможно, есть другие варианты. То есть люди неохотно об этом говорят. Но это, в принципе, это естественно. Uh-huh. Это твоя боль, это она сидит в сердце. Вот. О ней говорить еще в очередной раз, в общем-то, поднимать, тревожить это. А финансирование культуры в умовах войны? Вот это я точно не знаю. Ну, ваше бачення, ми ж бачимо, що скорочується. Я знаю, що городська адміністрація, в общем, наверняка где-то поддерживає, в общем-то. Очень много это идет, видимо, на частном уровне, то есть от наших предпринимателей, бизнесменов, то есть тоже это идет. В общем-то, но как бы я тут насчет финансирования точно не скажу. Потому что сейчас финансирование, как бы, в любом случае, в этом смысле, конечно, заглохло. Но я думаю, оно должно именно сюда сейчас надо вкладывать. Угу. Именно сюда, потому что самое время как раз поднимать дух людей, поднимать, извините, от всего, от успокаивать до поднимать из окопа, грубо говоря, но все равно это в любом случае, ну как в любой стране, культура должна в этот момент работать. А для того, чтобы она работала, ее все-таки надо кормить. Вот просто так, потому что люди разбегаются, сейчас и так очень много проблем, там, скажем, вот очень много актеров оказались просто за бортом, потому что они русскоговорящие, великолепных актеров. Но они не вписываются в современный тренд. Почему? Потому что они русскоговорящие. Да. Это можно понять, что с ужесточением, в общем-то, там, правил по отношению к культуре там, с украинской мовой и так далее. Все. А люди-то, ну как, ну ты в 50 лет ты не переучишься, и ты не будешь говорить грамотно, очень действительно, для того, чтобы говорить по-украински хорошо, надо вырасти с этим. Вот, это прекрасный язык, но с ним надо вырасти. Вот и все. Ну а куда деваться людям после 50? Вот. Как бы это такая проблемка есть, на самом деле, что вот очень многие русскоговорящие актеры стали просто не у дел. А можете дещо докладніше розповісти от про функцію саме культури, тобто це і мобілізація, і заспокоєння, з вашої точки зору? Да. Так. Пане Євгене, давайте перейдемо до вас. От, щоб наші глядачі знали, розкажіть про свій режисерський досвід. Ну, досвід, досвід 30 років в цьому році. Угу. Вот, с 92-го года, как бы так. Все это очень, скажем так, это начиналось с ручейка, который потом вливался в реку, река вливалась в море, в океан и так далее. Ну, то есть все вот так вот. Но в этом году, наконец-то, вроде бы, мы сейчас должны, вообще-то, опять-таки, с культурной столицы. Вот есть такая программа «Культурная столица». Так, местная программа. Значит, при горсовете, при городском совете. Значит, и, в общем-то, мы сейчас планируем замахнуться на хорошее, нормальное фестивальное кино. Угу. Так, ну про це ми поговоримо. Я хочу вас запитати все-таки, як зароджувалося телебачення, все-таки ви бачили, як це було у 90-х роках? Це довго розказувати. У нас є час. Як зароджувалося? Воно зароджувалося вже на підготовленій почві. Тобто обласна студія телевізії, яка тоді була державним місцевим каналом, було, по-моєму, якщо не помиляюсь, три переключателя, три кнопки на телевізорі. Тобто перший канал, второй канал это обычно национальный, киевский, украинский, там, да, предположим. И третий местное телевидение. Вот так, грубо говоря. Это грубо говоря, потому что потом уже, когда появились дециметры и все остальное. Вот, значит, и была всегда местная государственная студия телевидения. Вот она была на телевизионной, так и улица называется у нас телевизионная. Вот. А когда в 90-х, после Тониса, пример подал харьковский Тонис,
вначале Тонис-центр, потом Тонис-юг. И после этого, в общем, я бывал там у них даже, ездил. Размещал какое-то время свою программу даже у них в 93-м году. Угу. Вот. Значит, и после этого, в общем-то, начали появляться еще до этого частные компании. Кстати, Тонис появилась, частная телевизионная компания, еще до распада Советского Союза. При Советском Союзе уже была частная компания. Вот. Потом появились ИНТВ, Инка ТВ, банк Инка, вот. Велде Бразерс, нынешний 9-й канал, 11-й канал, вот, была телекомпания Стерх. Вот. И параллельно появились также дециметровые каналы, 34-й. Вот, и дальше пошло-поехало. В общем, так. А эти были метровые. Просто метровые каналы чем были выгоднее тогда, в начале 90-х, их ловили абсолютно все телевизоры. Uh-huh. Вот, а половина телевизоров дециметры не принимали. Должны были быть телевизоры более современного поколения. Далее як развивалось это вже у 90-х, 2000-х? Ну, в конце 90-х это, по сути, стало бизнесом. Вот. Наконец-то люди поняли, что телевидение — это не просто хорошая игрушка, но это может быть бизнесом. Хотя тут же мы наткнулись на то, что в условиях нашего рынка, регионального, да, вот, в Киеве, да, вот в столице, в столичной телекомпании, всегда, там хорошие деньги крутили, всегда, в любой стране. Вот. А у нас так получилось, что мы не Америка. Вот в Америке, предположим, я не думаю, что там телевидение Детройта живет хуже, чем телевидение Нью-Йорка. Вот, потому что там своя аудитория, а здесь своя аудитория. У нас же нет, у нас же телевидение Днепропетровска, скажем, вот там, или Запорожье, оно будет всегда жить хуже, чем телевидение Киева, местное даже. Uh-huh. Вот. Ну, получилось так, что в принципе, когда те люди, которые купили за себе, там, скажем, в виде игрушки вначале и в надежде как на бизнес к целые каналы, они вдруг поняли, что на самом деле это не кормит. То есть, ну да, это не кормит, потому что ну, невозможно за рекламу на местном уровне вытянуть, предположим, содержание большого коллектива. Ну, это, собственно, расскажите говоря, про свой опыт у театре КВК, КВН, точнее, называется Днепро. Я знаю, вы співпрацювали досить довго. Да, я с ними сейчас работаю. Угу. Так случилось, что, скажем, для меня это именно, ну давайте оставим слово КВН. Я снимал и Лигу КВН там в свое время, там Притула еще приезжал, предположим, Тернопольского Соблыва команда, значит. Я снимал. Но дело в том, что именно КВН тот, который вы имеете в виду, КВН ДГУ, вот, для меня это не КВН давно уже. Это больше, это люди, это коллектив, с которыми я 25 лет, четверть века работаю. Мы делали, запустили два сериала в свое время. Вот. Да и практически, ну, наверное, на 70%, а то и на 80%, все мои творческие работы так или иначе связаны, в общем-то, с коллективом, по крайней мере, с авторским, вот, и во многом с актерским, вот, именно этого театра КВН ДГУ на сегодняшний день. И вот сейчас то есть, тот проект, который мы начинаем, в общем-то, он ну, просто непосредственно напрямую связан. Более того, культурная столица, костяк ее, как бы, скажем так, идеологический мозг, он как раз состоит из людей, которые, собственно говоря, были, есть, являются авторами театра КВН ДГУ. Это Григорий Гельфер и Евгений Генин. А як ви прийшли до режисури, до речі? З реклами. Я почав писати, мені дуже вдохновила реклама, я був музикантом просто. Вот, мене дуже сильно вдохновила в своє время реклама вентиляторного заводу, була така в пісні. Вам пора і нам пора з вентиляторним заводом заключати договори. Я почав писати просто від себе, почав писати масу пісень рекламних. Вот, і ходити потім по фірмам предлагав. От у нас фірма була там «Олімп», був кооператив «Олімп», табурянський такий, да, небезвісний. Вот. На червоному камені. Да, да, совершенно верно. Uh-huh. Вот. Я, значит, написал пару песен, пришел на кассете показывать ему, записывал, причем на клавишах что-то наиграл, напел, гитарку подложил, вот, способ наложения на бобину записываешь, один трек, потом сверху второй, качество, конечно, теряется, но тем не менее. Uh-huh. Значит, такой варварским способом. И, в общем-то, вот так и начал. Потом я принес одну песню, газета «Свое дело», Валерий Иншаков, дай ему Бог здоровья, очень. Uh-huh. Как-то получилось так, что я выиграл конкурс карикатур, второе место занял в 92-м году, весной. И пришел получать приз, говорю, а я могу вам песню написать. Они как раз выходили тогда, вот по радио «Маяк» всего Советского Союза, в 92-м еще тогда, прозвучало там короткий мой слоган такой, у газеты свое дело, нет границы, нет предела, все, там гитара для вас, ну, грубо говоря, такое что-то. И это пошло. Вот. И потом мне как-то вот потихоньку помог очень сильно Сергей Иванович Радченко. Вот. И так я попал на студию НТВ. А потом, когда я принес, как рекламный агент меня приняли вначале, я за неделю насобирал 4 заказа. Такое, это невозможно было по телефону. Я принес, и мне сказали, ты принес, ты и делай. И вот тут я уже задумался. Я начал делать сам ролики первые. Так, ну и первые, какие вони были? Самый первый — фирма «Арбат». Самый такой, ну скажем, дорогой, крутой на то время, для местного телевидения так точно. Я оделся в свадебный еще костюм, я тогда в него влазил. Он, значит, сел ночью, поставил камеру перед собой,
записал свои руки. Мы продаем, покупаем дома, квартиры, дачи. Вот. Мы это делаем лучше других, там не помню уже точно текст. Отснял, потом отдал компьютерщикам в КБЮ. Парни были в прошлом на КБЮ сидели. Они нарисовали там дом, складывается машина там и так далее. Ну, такое. Вот. И получился хороший, хороший крутой ролик. Вот это был один из первых. Потом начал Балашова делать ролики переходом. Вот. Очень многие пели там, даже напевали эти песни там. Коли ВНЖ у нас тут. Да, нет, просто там было такое там, и проходите мимо, дамы и господа, хотите жить красиво, нет или? Да, там, ну, люди ходили по улице. Да. Так, а які режисери, до речі, на вас вплинули? От західні, можливо? Ну, банально, скажем так, банально. Я не являюсь эстетом в том смысле, что сижу и отсматриваю прямо. Вот. Ну, безусловно, в свое время Тарантино. Тарантино — это что-то такое гормональное, скажем так. Я был молод, там, в районе 30 лет, до 30 и так далее, когда начал смотреть «Бешеные псы», там, ну, это просто сработало на убой. Я начал копировать там, в монтаже, в съемке где-то пытался и так далее. Ну, вот, понятно, конечно, там, ну, грубо говоря, вот, в основном это классики, там, Земякис мне очень нравится. Вот. Как это не банально звучит, но «Назад в будущее» я просто вырос там в свое время, понимаешь. Ну, вот. В основном я говорю, то есть, как бы такие, нет такого отношения у меня, что я ищу какое-то элитарное искусство. Нет, если я смотрю, мне это нравится, я это вот оставляю себе в полочку. Угу. А які из ваших проектов для вас особливо важливі? Можливо, згадайте, що ви знімали, що як це було у 90-х, у 2000-х? Да, много проектов. У меня было очень много авторских программ. Ну, первая программа W, потом «Охота пущей неволи», потом программа совместно с МВД «Пятница 13-е». Ну, много, каждая дала что-то свое. Абсолютно, не абсолютно разные были, каждая дала что-то свое. Вот. Но мне очень сильно запал в душу, в общем-то, мой процесс работы в Одессе. Угу. Я 3 года проработал в Одессе, на киностудии, там, в общем-то, делал 8 серий маски-шоу. Но самое главное, там, мы сделали очень хорошие 2 фильма о городе. Вот, значит, и, честно говоря, вот этот проект, он очень долгие годы считался лучшим. То есть мы из Днепра сделали, я очень люблю Одессу. Вот, но получилось так, что мы сделали тогда вот лучше, как бы, этот фильм. Сейчас наверняка уже есть фильмы хорошие про Одессу, с красивой съемкой. Но у нас он был как бы с душой. У нас был Евгений Чепурняк ведущий. И вот если надо было, там жара была сумасшедшая, я даже терял сознание, у меня тепловой удар был. Но при этом, если надо, мы спускались в катакомбы, предположим, да, вот Чепурняк там в костюме, там влазил в это. Ну, это было действительно интересно, это был кайф. Угу. Вот зараз над яким ви проектами працюєте? Ну, сбалтывать не буду, но как раз у нас сейчас идет очень хороший проект, я говорю еще раз. Это мы хотим, в общем-то, создать фестивальное кино, действительно фестивальное кино, именно кино. Это не документалка, не клип там. Вот, значит, это про беженцев. Это история одного конкретного человека, вот, который попадает в жернова современной ситуации, современной войны. Да? И вот у него рушатся миры. Он преподаватель русского языка и литературы. Вот сам из Мариуполя, значит, он не может поверить в то, что происходит. И вот его вся эта ситуация добивает и так далее. Он пересекается с людьми и все. Но по большей части это вообще-то история глазами его собаки. Он с собакой выезжает. Вот, бежит просто из Мариуполя, через блокпосты, через все, после бомбежки. Вот, и тут такая ситуация. Это, в принципе, почти реальная история, потому что мы и снимать будем. У нас будут и сниматься люди будут в массовке, так будут люди, которые действительно беженцы из Мариуполя. Угу. Вот, у нас же там батюшка будет священник. Вот, это реальный священник, реально из Мариуполя, с матушкой. Вот. И мы его тоже предложили, ему там в эпизоде он снимется и так далее. Вот. То есть, ну, это как бы такая трагическая, достаточно трагическая судьба, потому что мы говорим все время за сухими цифрами, там, потери или за отступили, наступили и так далее, всегда это сухие цифры, это просто что-то черточка на бумаге. Uh-huh. Вот. Мы забываем о самом главном, каждый человек — это вселенная. И вот один человек, и вот его трагедия, ему же за полтинник, у него рушится весь мир, которому он, мир Достоевского, мир Толстого, он у него в голове начинает рушиться. То есть, причем мы не говорим, что это там плохо или хорошо, там есть хороший эпизод, есть такой, когда немецкие журналисты как бы спрашивают, говорят, подождите, говорят, ну вот как вы считаете, вот искусство влияет на людей? Вот у нас же был тоже и Шиллер был, и Гёте, вот, значит, и Вагнер там, и так далее. Вот, влияет на людей, а потом вы знаете, что это произошло. Да? Ну, кстати, Гёте и Вагнера никто там как бы особо не запрещает, даже и после войны не запрещали. Uh-huh. Вот, а у нас, как бы, мне кажется, перебор со сносом памятника Пушкина и так далее, потому что это другая тема. При чем здесь Пушкин к этому самому, к современной ситуации? Ну, абсолютно ни при чем.
А до речі, от така дискусія палка досить у суспільстві. От розділяють поп-культуру та таку культуру, як ви сказали, Пушкін, Шостакович, класичну, да. Класичну. От російському взагалі, от після 24 лютого є місце в Україні? Я думаю, да, конечно. Любой абсолютно літературі, культурі, вот, є місце. Ну, это глупо, вычеркивать Чайковского, предположим, да, и так далее. Это, он же, простите, каким образом Чайковский отвечает за нынешнюю ситуацию, да? Вот. И потом, извините меня, то есть, когда говорят, что так на этом вы воспитались поколение, мы все воспитали, вот все, кто на фронте сейчас стоит, вот, кто, наши ребята в окопах, которые сидят, вот, все, кому за 45, они все выучились на Толстом, на «Войне и мир», на Достоевском и так далее, мы все проходили это в школе. Так что, это плохие люди, и что, вычеркивать надо? Они плохо образованы, получается? Если это сейчас культура не имеет никакого отношения к тому происходящему. И еще раз говорю, тут надо как интерпретировать. Я более того скажу, что если посмотреть, скажем, даже на Священное Писание, да, там можно сейчас найти и национализм, и шовинизм, и все что угодно, и призывы к насилию, и все остальное. То есть глупый человек именно это и будет видеть. Вот. Умный человек будет видеть другое, понимание богоизбранности народа там, и так далее, историческая канва и так далее, а вы псалмы почитайте. Там вообще там кошмар, там зубы грешников сокрушили, там, это же ужас, это уголовное дело. Вот. Но на самом деле просто говорю, вот глупый человек будет искать вот таких тараканов, вот. А умный человек всегда будет искать, в принципе, суть и соль. Вот. Поэтому я думаю, что те, кто просто сейчас плюется и там, пытается сжигать там, книги Достоевского, там, грубо говоря, и Толстого, но это просто малообразованные люди на самом деле. Почему? Я еще раз говорю, я не призываю там, вы можете их не считать, но объявлять войну культуре, которая изучает Толстого, изучает в Америке, изучает в Европе, его изучают, его в колледжах преподают, в университетах преподают. Вы посмотрите программу там, по литературе. Вот. Вы перевели это в ранг зарубежной, пожалуйста. Да, хорошо, зарубежная, да, действительно, за рубежом. Зарубежная литература, пускай будет так. Вот. Но знать-то ее надо. Это мировые кладези, ну, мировые светочи. Там. Я, скажем честно говоря, я вот Достоевского, там, «Преступление и наказание», я его не читал, я его ел. Я просто выгрызал по ложке, по полголовы в день. Вот честное слово, как Новый Завет. Его надо есть очень медленно. Вот. В этом же есть определенный кайф. И я не думаю, что он принес какого-то вреда. Нанес какой-то вред мне там или кому-то еще. Наоборот, такого самобичевания, как у русских литераторов, самобичевания себя как народа, нет ни у одной другой нации. Они сами себя там в своих же произведениях, у Достоевского, он же наизнанку выворачивает просто. Вот. Саму русскую суть и так далее. Откуда мы удивляемся, что как они сами себя грязью поливают? И Пушкин, и Достоевский. Да потому что они выворачивают наизнанку и так далее. И при чем здесь, скажите мне, Достоевский и Пушкин, при чем здесь к 2022 году? А вот если говорить про поп-культуру? Поп-культура, да, здесь это совершенно другое. То есть мы говорили о классике. Классика из классика. Поп-культура, если она несет там в себе, скажем, определенные какие-то агитационные... Ну, я вообще, кстати, для меня... Скажем так, музыка, вот музыка, да, хорошая музыка, она закончилась где-то в районе там Guns N' Roses, Aerosmith, вот, там Квины, Purple, там Pink Floyd и так далее. Вот где-то там вот для меня это как бы вся поп-музыка закончилась. Это для меня лично. Поэтому, а что говорить о современных так называемых звездах, скажу честно, я единственное, что против абсолютно агрессивных коллективов. Есть агрессивные коллективы, которые просто, я иногда слушаю случайно, вот из машины проезжает где-то мимо, вот оттуда несется просто, ну, откровенная агрессия, после которой хочется просто сатанеть. Вот такую я вообще не понимаю. Такое я считаю вредное. От, до речі, якщо повернутися до вас, от як у вас змінилися взагалі ті замовлення, скажімо, на якісь окремі ролики, те, що ви знімаєте, до 24-го і після 24-го? Очень сильно змінилося. Якщо до 24-го я ще должен був робити навіть кліп на день рождения одного высокопоставленного чиновника, там, вот, поздравляю. Ну, то есть такая штука, что, в принципе, делаем хорошие поздравительные клипы. То есть это песня и как бы клип, который дарится человеку там, да, в виде подарка. Вот. Не безвозмездно, естественно. А то после 24-го, первые две недели, говорю, вообще был шок. Ну, вообще все замкнулось. Это было действительно как после взрыва контузия. Вот. Все заглохло, тишина, звон в ушах и все. Вот. Потихоньку, я так подумал, ну техника есть, начали. Просто поехал, снял там ролик, предположим, о шелтере, чтобы дать телефоны, куда люди знали, вот если приезжают в город хотя бы, чтобы могли в интернете набрать, увидели там не просто информацию, а показать хотя бы этот шелтер, показать люди, что там дети, собаки, коты. Вот мы в этом шелтере как раз и снимать будем. Вот это куст шелтер на том самом Бумара, заведение такое. Значит, и мы там, в общем-то, я там и снял там
и одежда, тут же люди, тут же животные. Вот. Потом пошли для медиков поработал. Вот. Для больницы Мечникова, то есть у нас там получается для офтальмологов, для ортопедического отделения, в общем-то, восстановительное. То есть они делали на Запад для того, чтобы им выдали, там, предположим, прислали оттуда специальное оборудование. То есть, вот к ним так. Ну, такое, в основном по социалке, сделал пару социальных клипов. Вот, там, Яну Втомився, там клип есть такой в Ютубе. Вот, значит, на песню чуть-чуть ее переделали, там перепели пацаны наши. Вот, это именно для волонтеров, для поддержки. Ну, так вот. То есть, конечно, все, сейчас какую работу ни делай, она вся будет пропитана в любом случае сегодняшним днем. Она все равно будет запах пороха нести в себе. Ви от неодноразово вже в нашій розмові згадали Куст, це культурна столиця, міська наша програма. Як ви з ними зараз от співпрацюєте? Ну я ж говорю, я в течение всього сьогоднішнього інтерв'ю говорю, що я з ними до сих пор працюю, 25 років. Так, лет, але от як? Куст, ви зізвонюєтесь чи як? Куст – це люди, в першу чергу. Це той же Григорій Аркадійович Гельфер. Це вот. Вадим Яковлевич Гефтер, це Євгеній Марсович Гентін. Вот. Это конкретные люди, это все вот люди, которые вышли, вот, первые и третьи, это точно с КВН, с КВН-ДГУ. Вот, значит, и культурная столица, по большому счету. Ну как, мы работаем, мы тесно работаем, мы сейчас работаем над сценарием, мы сейчас работаем, еще у нас в идее возник один проект. Вот, почему? Потому что в любом случае надо будет, даже если еще война будет продолжаться, но необходимо все-таки что-то какое-то доброе, какая-то... Какой-то луч света должен быть все-таки, да? Надо что-то делать интересное на злобу дня, вот, такое, чтобы людей все-таки улыбало периодически. Вот я честно говорю, у меня весь там товарищи звонят с передовой прям там, ну, периодически. Ну, понятно, они не рассказывают, там, не имеют права просто. Ну, вот. Но мы там шутками, анекдотами какие-то перекидываемся. Почему? Потому что, ну, на самом деле, людям это очень необходимо сейчас. Как никогда, когда тяжело, человеку надо улыбнуть. Угу. Вот. А от як вважаєте, як після війни, власне, зміниться культура, і чи будуть у вас ті ж самі проекти стосовно біженців, стосовно війни, от як? Нічого не вернеться, уже мир, яким був, таким уже не стане ніколи. Однозначно, все, що угодно буде, але вже таким, як був, він точно не буде. Вот. Ні тих відносин, ні тих проєктів, мабуть, будуть немножко інші проєкти, вот. Але в будь-якому випадку вони будуть. Виживемо. Угу. І на завершення також таке загальне питання, оскільки ми починали загальними закінчимо. От цензура в культурі у воєнний час, чи має вона бути саме в культурі? Має, обов'язково має. От, цензура взагалі повинна бути в культурі. От я тільки за цензуру. От, іначе без цензури ця культура перетворюється без культурі. Угу. От. А тим більше, звісно, зараз, да, безусловно, необхідна цензура, опять-таки, не цензура, которая тотально уничтожает любую информацию, вот, а цензура на уровне того, умная, грамотная цензура. Вопрос только в том, кто будет судить. Кто будет судить, что вот это можно говорить, а вот это нельзя. Вот в чем вопрос. Потому что если будут судить-то безграмотные какие-то мракобесы, извините, то тогда это будет просто жесткая цензура. Вот. Нужен умные люди нужны, которые определяли бы, что вот об этом можно говорить, об этом нельзя. Вот обратите внимание, даже опять-таки брать период, как вы говорите, Второй мировой войны, да, вот, не стеснялись говорить о том, что с большими потерями наши войска оставили там город, там, Псков, там, Ржев, там, и так далее. Вот, то есть говорили, что были потери, да, но тем не менее, вот, это проговаривалось. Вот, понятно, чтобы не сеять панику и так далее, может быть, не говорить цифры. Но вообще говорить о том, что там, предположим, нет потерь вот, у нас, ну, это просто, ну, это не вызывает доверия обществу. Вот. С другой стороны, просто надо понимать, что должны буквально быть 10 секунд. Умные, грамотные люди должны определять и судить, что можно говорить, а что нет. Що ж, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з режисером Євгеном Вагнером. На все добре.